Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Луны Тюнус World of Mayhem. Ну что же, забираем все плюшки, что у меня насобирали мои персонажи. Так, я смотрю, карточка у нас какая здесь. Ага, Сильвестр Бойскаут. Так, еще я смотрю, да, выпала одна. Ну что ж, замечательно. И кто на этот раз у нас? Это будет, ага, кот-фотограф. Папарацци наш. Замечательно просто. Ну-ка-ся, кого мы здесь можем улучшить? В принципе, Пенелопа, даже утенка. Но я, наверное, все-таки сделаю, да-да, бойскаута нашего. От него, я думаю, будет больше толку. Кошачьи рефлексы. Это у нас пассивный скилл. Давайте его изучим. Третью эволюцию мы получили. Расчетливости. Это будет уже в дальнейшем, так что посмотрим. И пока вроде бы все. Можно, в принципе, попробовать уровень поднять. Да, как раз пробирочки у нас есть. Хватит нам 9-й, а на 10-й. Давайте-ка приценимся. В принципе, было бы неплохо, да? Будет 10-го уровня у нас бойскаут. Есть, все, сработало. Ну, а до 11-го, скорее всего, не хватит. Или хватит? Так, еще. Опа, 11-й уровень он у нас получает. И давайте глянем. Слушайте, довольно неплохо подрос. Это очень замечательно. Так, ежедневные задания забираем. У нас кристаллики копятся. Так, а мы с вами приступаем, наверное, к открытию сундучков. Почему бы и нет? В них всякие полезные штуки. Деньги, опыт. Угу, кактус и баллончик. Так, давайте тогда следующий откроем. Что нам в нем выпадет? Вижу деньги, опыт, бревно, магнит, кирпич. Ну, здесь, конечно, послабже. Давайте-ка заберем здесь все. И, я так понимаю, у нас с вами остается один сундук, который мы можем назначить. Так, охрана. Где охрана? Вот она. Ну что, ребята, охраняйте груз. Блин, елки-палки, забыл одного поставить. Давайте вот так сделаем. Опять ежедневное задание. Ага, собрать 30 материалов. Ну и давайте зададим очередные задания нашим персонажам. Давай-ка, Фогран, исследуй лес. Кто у нас тут еще недалече? Угу. Наблюдай за птицами, бойскаут. Да не нужны мне самоцветы. Что вы мне тут с толку-то сбиваете? Так, Элмор, отправляйся на охоту. Доставай мне кепку и мороженое. Ну, а у Даффи тоже, кстати, написать автобиографию. Ничего себе, у него задание. Самый такой, да? Написать автобиографию. И последний, последний у нас осталось. Это будет, наверное, у нас свинка, которая будет искать своих друзей. И еще одно ежедневное задание. У нас уже, по-моему, за соточку, да, ребят, за соточку перевалили самоцветы. Ну, а мы идем с вами воевать. И я так думаю, что мы будем за серебряный. Да-да, именно за этот. По одной звезде как раз персонаж для меня. Что же, в бой? Думаю, никаких проблем не будет. А если даже и будет, то не такой уж это и хороший сундук, чтобы так расстраиваться. Ну что же, приступим. Давай, бойскаут, получи. 114, на удар его хватило, ребят. Представляете, да? Бык просто его снес. Ну-ка, бойскаут. А вот тут ты слабину дал. Бабуля, успокойся, а. Так, бани, и все почему-то на свинку нападают, а. Что она вам не дает так покоя? Получи. Ну что ж, давайте бабуль теперь разберем. Как она там? Она похожа на предводителей бойскаутов. Как там? Пионер-вожатый. Но это у нас было, а у них там немножко по-другому называлось. Да успокойся ты, Банни. Все, тут уже никаких вариантов для тебя нету. Ты просто проиграешь. Все, и зарабатываем сундук серебряный. Самый такой, скажем, ненужный.
Сколько он стоит по этому? Я его за 30 самоцветов мог бы открыть сразу. Но пускай он будет здесь лежать. Интересно, а вот когда мои ребята стоят на охране, они за это получают опыт, когда они защищают сундук или нет? Вот вопрос такой интересный. Два места еще есть. И награда 78 золотых. То есть я могу еще спокойно, как минимум два боя играть, чтобы заполнить все своими сундуками. Да, довольно неплохо. Слушайте, ну герои и персонажи уже пошли здесь довольно сильные. Я не знаю, далеко ли я так уйду такими темпами. Надо что-то с этим делать, как-то развиваться, раскачиваться. Ну что же, попробуем. Хотя мне что-то такое предчувствие, что ничего у меня здесь не получится. Или кое-как. Давайте, наверное, вот так вот мы сделаем. Потому что бабушка, вы сами прекрасно знаете, любит тут пошалить у нас. Вот я об этом вам и говорил. Началось у нее. Хотя нет, смотрите, как быстренько мы ее ликвидировали. Делаем подхил, естественно. Так, ну что ты, свинка, тут выделываешься? На-ка, камейжор, получи плеткой. Ну и добьем фогарном. Так, осталось две свиньи. Думаю, никаких проблем сейчас не возникнет, потому что они сами по себе тут ватные. Брат на брата. Снижение атаки. Да хорош тебе тут выделываться, что ты там стреляешь? Все равно будет победа за нами. Получи. Все, шикарно. Мы с вами получаем 3 звезды, сундук, 3 билетика, ну и маленькую пробирочку опыта. Так, сундук, естественно, мы сейчас назначаем вот сюда. Это у нас банк фермы. Да, я думаю, этого будет достаточно. И еще одна ячейка у нас остается. Так, какой бы взять, а? Блин, хочу золотой. Ё-моё, можешь попробовать, а? 3310 сил у противника. Нам нужно приблизительно так же сделать себе силу. Ну, это вообще никуда не годится. Почти на 1000 мы отстаем, ребят. Ну, это фигня какая-то. Ну, а так, если сделаем... 2594. Да, лучшего варианта пока у нас нету. Слушайте, где-то на 600-700 очков я по силе отстаю. Сейчас мы это посмотрим, как оно сказывается на игре. Такая разница. Ну что же, давайте тогда начнем с пса. С Бернарда. Что это он там делает? Ага, кошара, значит. Ладно. Ну, наверное, будем продолжать добивать Бернарда. Давай, свинья, бомби его по-черному. 27 всего. Ну, довольно сильные персонажи. Тут даже видно невооруженным глазом, что, по-моему, мы здесь всхлопочем. Минус 66. Добьем, нет? Даже плетки не смогли добить. Фогран, давай вставай в провокацию. Хотя, наверное, я это очень зря сделал. Ёлки ты палки. Ты посмотри. Да, короче, тут все мне ясно. Предельно ясно, ребят. Мы здесь даже не выиграем, наверное, скорее всего. Вы посмотрите, на 70. Это Фогарну, танку моему. Таких люлей прописывает. Жесть. 71 урон мы нанесли индейцу. Нет, нет, нет. Все здесь очень-очень кисло. Победы нам не видать. Сейчас добьет, гаденыш. Тыквой своей, а. Ну и осталась только одна свинья. Естественно, никаких шансов у нее нету. Все, проиграли. Ни одной звезды. Это утешительный приз мы получили с вами. Монетку и маленькую пробирочку. Вот так вот, дорогие мои, сами убедились,
когда очень большой отрыв, как тебя быстренько разбирают. Ну, а здесь, я думаю, будет победа уже за нами, потому что у него всего 1000 силы против наших, там, извините, 2500. Кто тут у него? Ага, ковбойчик есть. Получи. На удар его хватило. И у нас еще Сэм. Бандит. Ну что ты тут распулякался, а, Даффи? Этот уровень, точнее, этот бой для вас уже будет окончательный. На-ка, тыковку по голове. На 93 неплохо. Плеточки добьем. И остался лишь Бакс Банни. 30, еще 28. 58. И плетка, я думаю, его добьет. Да, победа за нами. Еще 3 билетика мы получаем. Плюс сундук. Наковальня. Все, что надо. Золотой, ребят, сундук, не забывайте. Хотя в нем, в принципе, толку-то никакого нету. Там такой же обычный реворд выпадает, как из обычных сундуков, только чуть-чуть побольше. Да, охрану, конечно, я выставил шикарную просто. Первого уровня там все. Так, ну что, сколько у нас билетиков, ребят? Показываю пока 9. Ну, неплохо, давайте смотреть. Опачки. Оу, мы с вами сейчас проапаем кота-индейца. Сэм. Бандит. А дальше кто? Опять ты. Ну что ж, хорошо, давайте тогда будем копить на него, а почему бы нет. Еще 10 карточек и сможем его тоже проапать. Но тут Валли Койот выпадает. Опять Сэм. Довольно неплохо идем. Так, вот индеец, конечно, бы сейчас не нужен, потому что он у нас только-только сейчас прапается, и на него надо будет, по-моему, 85 карточек. Это очень много. Так, ну что, все на этом. Давайте мы с вами глянем, что тут. Ну что ж, давайте тогда его повысим в ранге. Почему бы и нет, раз уж такое дело. Но он все равно слабенький. Не знаю, поможет ли ему вливание моих пробирок. 7-й левел-то он получит, это однозначно. А вот на 8-й не хватит, поди. Совсем маленечко не хватает. Ладно, принимаем, пускай будет хотя бы так. Конечно, очень-очень слабый. Ежедневное задание тоже забираем с вами. У нас уже, ну, кристаллов прилично насобиралось. Мы с вами даже сможем открыть какой-нибудь сундучок. Просто так, за кристаллы. Поехали. Будем драться. Хотя, в принципе, мы с этим персонажем, грубо говоря, почти на равных. Поэтому мы даже можем и потерять какого-нибудь персонажа. Ну давай, давай, давай. Давай. Бойскаут. Ну что же ты не смог добить Бакс Банни? Чему ж тебя учили? Да хорош. Ну что ж, добиваем. Отлично. Так, свинья там начинает крит повышать, а? А ну-ка, свинка, курочка. 83. Ну-ка, плетка должна добить его, однозначно. Черта с два, блин. Ну, тогда кошара. Все, и у нас остается только Пенелопа. Вместе со свиньей. Черт подери, ребят, у меня бойскаут сейчас может погибнуть. Уклонение. Здорово просто. Так, давай свинью тогда будем. Раз у Пенелопы уклонение, наверное, должны победить. Хотя этому бойскауту сейчас любой удар, дуновение ветерка, и все, и он проиграет. Вот зачем я сейчас вот это сделал? Вот это было глупо с моей стороны, все. Профукал. Не надо было мне делать провокацию. И, возможно, Пенелопа ударила бы кого-нибудь другого, и тогда мы бы прошли с 3 звездами. А так, все, дудки. Глупость, конечно, я сделал очень большую.
Ладно, два билетика, три наковальни. Но, если честно, меня это не устраивает. И мы с вами, естественно, будем дальше продолжать драться. Ежедневочку только заберу. Вот так вот. И кто у нас тут будет? Хорошенький такой. 1130? Я думаю, да. Стоит немножко здесь расслабиться и забить сундуками, как полагается, все наши ячейки. Потому что ту я все-таки открою за самоцветы. Угу. Бабуля. Опять эта бабуля, блин, нервирующая меня, а? Готово. Так, слушай, бойскаут, отойди от моего поросенка. Так, Фогран у нас, смотрю, уже стоит там на изготовке. А что означает сверху вот это сердечко? Это ХП усиленное или что такое, а? Интересно было бы узнать. Так, получи. И распишись. Эй, бойскаут там крадется, а? Гаденыш. Из-под тишка все, на-ка. Получил свое. И вот так. Ух ты, победили. Ну и остался Бакс Банни, которого... Сейчас мы быстренько пропишем хорошеньких тумачков и отправим его во свояси. Все, победа за нами, о чем я вам и говорил. Сейчас, кстати, нам дадут сундук, который придется, наверное, вскрыть. Интересно, сколько он затребует на вскрытие кристаллов? 90, это что-то слишком дофига. Я лучше вот этот вот серебряный за 28 открою. Почему бы и нет? Кристаллы пока есть. Ну и что нам выпадет сюда? Деньги, опыт, колонка. Ладно. Ну а этот назначаем тогда. Так, где охрана? Какие люди и без охраны. Давай выбирать себе защитников. Даффи пошел. Поросенок, Фогорн и... Кто у нас тут еще? О, еще один Фогорн. Да елки-палки, давай вставай. Пускай они будут на охране у нас стоять и зарабатывать маленько опыта. Ну, я как смотрю, у нас тут появилось улучшение. Давайте-ка глянем, что это за домик. Ага, рыночная улица. Парфюмерия, ну, естественно, мы будем там, где у нас больше всего персонажей. Потому что здесь у нас и фотограф, и утка. Они смогут выполнять задания третьего уровня. Ну, а мы переходим, наверное, вот этот сундучок. Он меня соблазняет. Так, а тут у них Валли, Бернард. Ладно, думаю, мы найдем достойную команду, которая сможет противостоять. Взял я кота-индейца, не знаю, стоит, не стоит, но попробуем. Может быть, конечно, я делаю большую ошибку, но мы посмотрим сейчас. Ну что там за подготовки у вас еще идут? Ага. Ну что ж, давайте, наверное, тогда мы с вами начнем. Койот мне не нравится. Что-то у него тут сердечко сверху. Давайте его вот так. На 106. О! Не понял. Оу, у него вампиризм. Он высасывает у наших персонажей жизни. Вот это уже плохо. Хе-хе. Ну все, он отыграл свое. Так, ну что, давайте бомбить тогда, наверное. Блин, мне не нравится вот этот вот Фогорн. Он же этот, вроде бы. Хотя нет, не бейсболист. Не бейсболист он. Я думал сейчас... Опачки, вот тебе и индеец. На один лазер его хватило от Бернарда, чтобы сдох. Блин, золотой сундук профукли, ребят. Вот и все. На, получи, блин, за это все. Так, что ты там делаешь? Критический удар себе повышаешь. Так, этот с лопатой у нас. О, я этот Тафогард у меня вот тоже слабый, он первого уровня. Какого лешего я его взял? Я же не этого хотел. Вот это я сглупил. Я же хотел своего обычного крепкого взять, а не вот эту вот размазню. Да. Малорик я, конечно, чего ж тут скажешь. Ну, будем пытаться так выиграть. Не знаю, есть ли шанс. Ну, вроде бы как есть. Если все посмотреть, вот это вот. Подхил. Ну, давай, иди, бей, Бернардо. Вот так.
А вот это ты уже зря. Свинюха, подхил тебе тут уже не поможет. Настрой ты один. Мы в любом случае тебя сейчас тут прижучим. Ну давай, Фогорн. Блин, кстати, у этого Фогорна такие же удары, как и у моего основного охранника. Очень странно. Так, две звезды. Очень плохо. Сундука нам не видать, как собственных ушей. Ладно, как говорится, не беда. Пойдемте еще разочек туда пропишем кому-нибудь там из местных врагов. Так, что такое у нас тут? Оу, ребята, ничего не выйдет. Посмотрите, у нас, оказывается, энергии не хватает. Ну что ж, тогда остается только лишь рулетка. Ну, поехали. Оу, шериф. Порки шериф. Следующий у нас Валли. Ладно. Сэмыч. Ну что ж, давайте тогда уж попробуем накопить на Сэма, чтобы можно было его прапать. Давай быстрее. Вот и все, в принципе. Как говорится, уже сыграли не зря сегодня. Мы увеличим с вами Сэма. Он у нас будет повышен по рангу. И все, больше у нас ничего не осталось. Переходим к нашим персонажам. Где он тут? Ага, вот он. Давайте ему ранг повысим. Замечательно. Ну что же, растет малыш. Крепчает. И, блин, жалко. Ну, отлично, 8-й уровень все-таки он получил. Ну что же, делать нам больше нечего. Энергии у нас нет, как вы понимаете. До уровня еще долго, до 25-го. Так что возьмем ежедневочку и пойдем с вами, наверное, отдыхать по своим делам. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что будьте всегда начеку. Всем пока.